Так, всем привет, Испанию. И это 10-й выпуск, очередной выпуск наших АПРФ модов. К сожалению, большому сожалению, этот мод не будет огромным, а будет нормальным. Поэтому, мне кажется, моя жизнь почти огромадная, но я не могу ничего больше дать. Поэтому пойдем к первому крафту. Вот эта пшеница, да? Мы можем прям тут теперь сюда. А мы чем такой back of floor? Это первый крафт, который я хотел показать, а мы переходим к следующему крафту. Где через пупы делать даже не крафт, а можем пожать гравийную свинину. Она уже и так гравийная. Вы сейчас увидите, что это такое. Мы получим. Отгадочно получим. Мы получим баттер, точнее жир. А он нам как раз таки пригодится. Я выключил запись и перехнулся еще. Как я понял, посматривать смотрю, ты видишь, что здесь какие-то деревья вот такие, какие-то грейпы. Походу кто-то добавляет какие-то деревья со специальными вот этими штуками. Но я не знаю, где я эти вам деревья показывать не буду. Так, ну, вы уже сами поставьте так как-то мод. И, пожалуй, наверное, поищите их, потому что я не знаю, где их можно найти, поскольку я в полном мире, их нет. Эти деревья я пытался костной мукой как-то. Не знаю, посадить, но ничего не вышло, поэтому уж эти деревья вы найдете, думаю, сами как-нибудь. А мы продолжаем. Так, сделав такую комбинацию, как сделал я, мы получим вот такие три булки, вот такие back floor по внизу наверху. Жир и в середине ведро воды. Мы получим такие долг. И все мы можем всеми сделать. Так, сейчас видите, очень много всего. Вот эти, короче, мы ставим сюда вот эти штуки. Троечку давайте поставим их, на всякий случай. И вот это еще мы получим. Если мы поставим этот виноград тут, то мы получим... Какого? Да, подождите, как это? Вот я видел, что яблоко есть так. Вот, да, вот если поставить яблоко, то получим Apple Pie. Ну-ка, что можем еще тут поставить? Мы можем поставить какой-нибудь такой Pear Pie. Если мы вот закрыли песню-ка. А, я знаю, для чего эти штуки, я просто понял, подождите. Лимон, если посадим, почему? Тоже ничего не получим. Ладно. Даже что-то другое, почему? Ладно. Мы получим пир пайп и вот этот пайп. И это можем... Подождите, мы можем как-то поставить, я знаю. Это стоп, это прям сюда? Подождите, я хочу... Блок. Нет, не такой блок, нам нужно какой-то... Даже не знаю, то есть на пер грай, на гай поставим. Берем вот это. Что-то тогда надо кушать. Блин, сроки сложные. Да просто надо кушать. А это нельзя ставить? Мы бегаем, мы тут очень долго. 2 часа пробегали мы, игра лагает, я выключаю, наверное, запись, я не знаю. Да блин. Я даже не знаю, что мне сказать. Нет! Ладно, короче, я выключу запись. Так, давай у меня хоть одно, а что так, давай. О, каждый добавит свой эффект, но эффект я не буду показывать, это очень долго будет, так что я ничего не покажу с этим эффектом, и мы продолжаем крафты. Если мы сделаем такую комбинацию, мы получим черри пайп. Конечно, я утро кушать не буду, потому что это очень долгое время. А пока всем черешник. И пока я не забыл показать крафт, пока там эндермен бегает где-то, я хочу показать мервуин такой. Штука выйдет через крафт в экранах, из-за меня кажется, эндермен. Выбираю еще черешню, мне больше не нужно. И крафт еще одного пирога. Так, сейчас сделать то, что сделал я. Мы можем пожарить эти страубери и получить страубери, ну, жире. Также если мы варьем из грейпса, там будет такое тоже жире. Сейчас. А с этим жире мы сможем сделать кое-что другое. Конечно же, я вам это сейчас покажу. Ой, же я. Уже мы приближаемся к концу, уже сейчас будет конец серии.
Давайте, я выключаю. Также, если сделать, продумать, сделать такую же комбинацию, как сделал сейчас я, мы получим хлеб. Также, если мы заменим это. Не так, конечно, мы заменим. А если мы заменим бим? Бима, подожди. Так, вот так, вот так положим, то почему? Только другую. И хлебушка. Ням-ням-ням. Собираем. Так, ладно, мы продолжаем. Вот последний пирог в этом море. Вот у этого крафт, три булочки этих, тесто и молоко. Чем такой пирожок. И это все на этом моде. Есть такая менюшка, которая все есть в этом моде. Поэтому вот такой вот мод. Я знаю, что на юбилей это, наверное, как-то мало. Но я больше не мог ничего найти нормального под этот мод. У меня моды многие не работали, как вы говорите. Например, Assassin's Craft не работал, который я очень хотела обозреть, и он не обозрелся. Поэтому не пошел мне. Поэтому я не знаю, как это сказать. А пока всем чеки. И мод. Пока. С вами был Спанч Боб. С вами был Спанч Боб. Подписывайтесь. Пока.